В Свободном простились с Вячеславом Гулевичем, парашютистом, пожарным Свободненского отделения Амурской авиабазы охраны лесов. Он погиб 31 марта во время проведения работ по защите детского летнего лагеря от лесных палов. В ритуальном зале собрались близкие, друзья и коллеги Вячеслава. Сейчас в Свободном работают 19 инструкторов и парашютистов-пожарных. Что послужило причиной гибели опытного специалиста, следствие выяснит после получения результатов экспертиз, которые будут готовы через несколько недель.